Отныне зебры будут не черно-белыми, а желто-белыми. Речь, конечно, не об обитателях Африки, а о дорожных переходах. По всей стране пешеходные зебры меняют окрас. В Чебоксарах уже пожелтели 25 переходов. В планах еще примерно столько же. Такую расцветку выбрали не под флаг республики, не потому что кому-то просто нравится желтый цвет. По наблюдениям специалистов, он привлекает внимание. Есть распоряжение главка, то есть рекомендации нанесения для улучшения видимости зебры, наносить желательно вблизи школ разметку пешеходный переход бело-желтого цвета. В нашем городе тоже принято решение опробовать такую технологию. На данном пешеходном переходе работы ведут с использованием относительно нового материала. Так, желтые полосы наносят холодным пластиком. Он примерно в 10 раз дороже обычной краски. Одна зебра занимает площадь 28 квадратных метров. На нее необходимо затратить почти 129 килограммов. В переводе на деньги около 22 тысяч рублей. Оправдать расходы должен срок службы. В Германии такой материал держится 2 года. Как поведет себя разметка. В российской действительности судить можно будет весной, когда сойдет снег. Так или иначе, пока это эксперимент. Если результаты муниципалитету не понравятся, вероятно, будут пробовать что-то другое.